Нас 4 июня хотят закрыть и демонтировать. Обращаемся к мэру Воронежа, губернатору Воронежской области, президенту Российской Федерации. Уважаемый Вадим Юрьевич, уважаемый Александр Викторович, уважаемый Владимир Владимирович, по независимым от нас обстоятельствам ряд торговых объектов были признаны незаконными. И точно так же по независимым от нас обстоятельствам развивается экономический кризис вследствие коронавирусной инфекции. Мы просто хотим работать. В условиях пандемии президент анонсировал беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Мы просим содействия. Необходимо узаконить в кризисное время торговые точки. Это позволит сохранить большое количество рабочих мест. А город, в свою очередь, получит пополнение казны. И при этом не тратя бюджетные деньги на уничтожение уже созданных рабочих мест.